Привет, я Сергей, и сегодня мы поговорим с вами еще об одном механизме правила 30 дней. В жизни каждого из нас случаются такие моменты, такие прекрасные моменты, когда у нас появляется какое-то количество денег, 2, 3, 4, 5 тысяч долларов США, и у нас возникают по этому поводу какие-то планы, надежды, ожидания, мы планируем принять какие-то решения, которые изменят нашу жизнь к лучшему. На удивление, в это время в нашей жизни очень часто начинают появляться такие люди, которые приходят к нам с разными идеями, в разных состояниях, типа или сейчас, или никогда. Только ты тот единственный человек, ты единственный человек, который может мне сейчас по-настоящему помочь. Я прошу тебя, благаю, да поможи, или сейчас, или никогда, человечество в опасности. Это сделка века. Если к вам пришли люди, которые для вас особенно близки, которые на вас каким-то специальным образом влияют, и вы не можете им отказать, то два возможные варианта решения. Первый вариант. Если вы готовы больше никогда не увидеть тех денег, которые сейчас у вас появились, помогите этому человеку. Дайте ему со спокойным сердцем, с чистой душой, думая, что, возможно, он никогда вам не вернет. И тогда вам воздастся, потому что Писание говорит о том, что доброхотно дающего любит Бог. Если вы способны порадоваться тому, что вы отдаете несколько тысяч долларов кому-то безвозвратно, это хорошая способность и хорошее решение. Второй вариант. Вы не готовы отдать эти деньги безвозвратно. И вы понимаете, у вас есть такое интуитивное сомнение, чувство, что что-то может произойти. Тогда распространяется правило 30 дней. Вам нужно посмотреть этому человеку прямо в глаза и сказать ему: ты знаешь, действительно, я сейчас располагаю деньгами, у меня есть деньги. При этом они находятся на специальном депозите. Позитивный депозит 30 дней. И, к сожалению, я не могу сегодня тебе ответить. Я не могу сегодня прервать действие этого депозита, и поэтому прошу тебя, попытайся поискать где-то в другом месте. Попытайся найти какие-то решения для своей жизни в тех местах, где, может быть, кто-то более быстро тебе поможет и даст тебе необходимое тебе решение, подсказку, или же поможет деньгами. Мои же деньги сейчас находятся в программе «Депозит 30 дней». После этого попрощайтесь с человеком, поблагодарите его, что он к вам зашел, и после того, как он уйдет, подойдите к зеркалу, решительно посмотрите себе вот так вот в глаза, прямо в глаза решительно, и после этого скажите «Нет!» И потом на протяжении 30 дней повторяйте это прекрасное действие. Причем, повторяя это действие, я советую вам делать еще такое дыхательное упражнение. Первая вещь – выдох. Вам нужно выдохнуть и сказать: слава Богу, овцы целы. Потом посмотреть на себя решительно, прищурить глаза и сказать: нет. Если вы будете делать это снова и снова, снова и снова, на протяжении 30 дней вы приобретете необходимую силу для того, чтобы сказать «нет». И когда человек к вам вернется, он уже не сможет так просто на вас повлиять. Вы скажете ему: ты знаешь, за это время я подумал вот о чем. Мне самому необходима сегодня эта сумма денег. У меня есть свои цели, свои планы, свои желания, свои проекты. И я хочу реализоваться в своей жизни самостоятельно. Большое тебе спасибо, что ты приходишь ко мне. Большое тебе спасибо, что мы имеем с тобой особые взаимоотношения. И я надеюсь, что наши взаимоотношения не испортятся, я говорю тебе «нет». Вы не сомневайтесь, что это действие экологичное. Если вы мечтаете о чем-то, если вы хотите изменить свою жизнь по-настоящему, то знайте одно – глупо рассчитывать иметь новые результаты, делая то же самое, что вы делали до этого. Если вы постоянно отдавали кому-то деньги, постоянно от этого страдали, возможно, наступило время изменить свою жизнь таким образом, чтобы вы перестали зависеть от обстоятельств. Начните управлять ею самостоятельно. И как это делать, мы будем говорить с вами на следующих занятиях. Большое спасибо, что вы слушаете меня и смотрите. Я ваш друг Сергей.